Сегодня 1 июля или 31 июня, и мы идем на последние два фильма. Сейчас нас ждет фильм «Жена Чайковского» вот в этом кинотеатре, вот где украинский флаг наверху висит. Кинотеатр называется «Астор». Два часа мы там будем. Идем, конечно, настроение такое тяжелое. Во-первых, потому что дождик. Дождик сегодня весь день идет, да? Во-вторых, потому что представляем, что сейчас два часа здесь надо просидеть на фильме, который по оценкам зрителей в одной системе было написано из 10 1 балл, а в другой системе из 10 6,6. Вот, и поэтому мы представляем, что даже если это среднеарифметическое, то это 3 из 10. И я уже мужу заранее говорю, ну, если не выдержим, ну, давай уйдем, потому что впереди еще один фильм в 9 часов, «Мариуполь-2», документальный фильм литовского режиссера, который мы вообще, может быть, не выдержим. Вот, и уже так я настраиваюсь, надо выдержать, надо выдержать. Мне муж говорит, там главную роль играет американец, то есть русского Петра Ильича играет американец. Хорошо, ладно. Ну, в общем, сил нам и терпения. Всем привет из Мюнхена.